Привет, дочка! Что это ты делаешь? Привет, Кеша! Да вот, в путешествие собираюсь. Куда? В путешествие? А давай я тоже пойду. Ну хорошо, пойдем. Ой! Ух ты! Вот! Не! Ага! Не! Ух ты! Вот! Обожаю путешествовать. Только не пешком. Пешком далеко не уйдешь, много вещей на себе не унесешь, много не повидаешь, да и заблудиться можно. Не заблудимся. У меня компас есть. Ого! А у меня идея есть. О, а у тебя есть веревка? Отлично, подойдет. В общем, приходи завтра с утра ко мне и вещи свои захвати. А у меня идея есть. Только не пешком. Отлично, подойдет. Цивилизация. Привет, Иннокентий. А что это такое? Это шар для нашего путешествия. Ну что ты стоишь? Прыгай в корзину! Иди в путешествие! Нет, тучка никуда не полетит. Тучка не летучий медведь. Почему? Шар понесет нас за все наши вещи! Мы не заблудимся и не забьемся с пути, потому что сверху все видно! Тучка никуда не полетит, да и погода нелетная. Понял! Ты просто боишься летать! Я? Я не боюсь летать. Thank you.
Да, ты был прав. На шаре путешествовать нельзя. Пошли домой, пешком. Да куда мы пойдем? Нас далеко занесло. Тучка дороги не знает. Кеша тоже дороги не знает. Так у тебя же вроде компас есть. Ага, только он в рюкзаке остался. А рюкзак у тебя дома. И что же нам делать теперь? Знаешь, Кеша, а я думаю, ты прав. На шаре путешествовать можно. У меня есть идея. Здорово ты все-таки придумал. Видно все вокруг. Все удобно. Иди, иди. Теперь правее. Теперь давай вперед. Это то. Отлично, пойдет. Это то. Это то. Это то. Это то. Это то. Да, здорово все-таки путешествовать. А давай завтра опять в поход пойдем. Чего? Чего я такого сказал-то? Да ты чего?